какой Ник красивый. Надо ему подарок подарить и признаться в чувствах. Эй, привет, Стелла! Давай же, Стелла, дай подарок. Ну все, пора. Привет, Ник, как твои дела? Стелла, тебе надо отбить Ника. Ого, какой красивый подарок, это для меня? Что там? Это не для тебя. Девушки, успокойтесь. Ого, вот и подарок у меня. Какой красивый бант. Стелла постаралась на славу. Добрый день, ученики. Хотите вернуть подарок обратно? У меня идея, давайте начнем челлендж. Кто лучше нарисует, тот и заберет приз себе. Погнали. Вы в моем художественном челлендже. Кто будет лучше рисовать, тот и будет получать подарки. А сейчас узнаем, что же хотела подарить Стелла Нику. О, это же Поп-Ит. Он в виде сердечка, как мило. Потрясающий подарок. Что ж, можете начинать рисовать Поп-Ит. Я никогда не рисовал Скитлз. Это должно быть интересно. Время пошло. Открываем упаковку, но для начала надо попробовать. Ого, девчонки, это реально Скитлз. Очень вкусный. Я фанат этих конфеток. Ник, ты сейчас все съешь и рисовать будет нечем. Давай я покажу мастер-класс, как рисуют конфетками Скитлз. Это проще простого. Нужно только облизнуть конфетку и приклеить ее на лист бумаги. Смотри. Получится классный и яркий рисунок из конфет. Вы только посмотрите, какое сердечко у меня получилось. Ник, как тебе мой рисунок? Ого, выглядит круто. Как же мне рисовать Скитлз? Точно! Я могу положить конфетки в палитру. Если Скитлз разложить по цветам и залить в каждую емкость чуть-чуть воды, то получится настоящая акварель. Nice. Вот, смотрите. Я о таком даже не подумал. Я точно уверена, что у меня все получится. Okay. Такими красками точно получится нарисовать милое сердечко. Вы только посмотрите. У меня получились краски. Но они из Skittles. Классно же. Мне точно нужно добавить больше деталей. Тогда получится намного лучше, чем у Элли. Не подглядывай. В зубрилке Стеллы получается рисунок лучше. Но я покажу, на что я способна. Нужно только вылить всю воду на мой рисунок. Тогда конфетки дадут цвет, и мое сердечко станет разноцветным. Отлично. Вода стала разноцветной. Осталось только все размазать кисточкой. Как вам мой шедевр? Вы уверены, что это шедевр? Больше похоже на разноцветную лужу. А мне нравится есть Скитлз. Неужели закончилось? Но я даже ничего не нарисовал. И до сих пор голодный. Элли, поделись конфетами. Эй, ты меня испачкала. Ну и ладно. О, как же классно. Что? Время истекло, ребята, стоп, работа. Показывайте свои рисунки. Боже мой, Ник, ты совсем ничего не нарисовал. Ужасно. Что у Элли? Элли решила заняться оригами, хотя я просила нарисовать. Плохо. Что же будет у Стеллы? Вау, какое красивое сердечко. Какие яркие цвета. Твой рисунок точно достоин приза. Ты справилась лучше всех. Поп-Ит твой. Ура, я так рада. Поп-Ит такой крутой. Я могу бесконечно нажимать на него. Погодите, он же предназначался для Ника. Это тебе. Я хотела тебе сказать, что ты мне нравишься. Спасибо, Стелла. Ты тоже классная. Эй, Ник, перестань. Ты тоже классная. У меня для вас еще один приз. Это аппарат со жвачкой. Вы рады? Она очень вкусная. За такое точно нужно побороться. У вас ограниченное время, и на этот раз вам нужно будет не рисовать, а собирать пазл на скорость. Время уже идет. Девчонки, я здесь профи в собирании пазлов. Можете даже не надеяться обыграть меня. Так, эта часть должна быть здесь. Вот так. Отлично. Ого, Ник так быстро справляется. Но я кое-что придумала. Я могу забрать у него все пазлы. Посмотрим, как он теперь выиграет. Мои пазлы! Жуликов никто не любит. Я соберу пазл быстрее всех и съем конфеты вместе с Ником. Собирать пазл очень легко. Здесь так мало деталей, что справлюсь за считанные секунды. Осталась последняя деталька. Вот и все готово. У меня получилось быстрее всего. Ох уж эта выскочка. Я могу даже твой пазл испортить. Тогда победителем останусь только я. Немного подпалим его. Отлично. Теперь твой рисунок точно никто не разберет. О нет, ты все испортила, Ник. Посмотри.
Элли, тебе пазл испортила! Элли, ты все равно не выиграешь! Я соберу пазл за считанные секунды и выиграю! Ой, как же я устала ждать вашей работы! А, все, пора, показывайте! Упс. Это точно не похоже на аппарат со жвачкой! Ужасно! Что же у Стеллы? Ой, это даже не пазл! Что с ним случилось? Непонятно! Ладно, а что у Элли? Вау, Элли, ты единственная справилась с пазлом. Молодец. Так держать. Аппарат со жвачкой точно твой. Забирай. Вау, это же настоящий аппарат с жвачкой. Как же круто. Скорее хочу попробовать. Какие красивые конфетки. Очень вкусно. Хочу еще. Хочу все-все жвачки сразу. Очень вкусно. Я даже могу попробовать надуть огромный пузырь. Как вам такое? Выглядит обалденно. Еще лучше будет, когда пузырь лопнет. Эта острая иголка должна справиться. Вот так реально смешно. Тебе идет жвачка на лице, Элли. Мне страшно. Нет, мои волосы и брови. Смотрите, я монстр. Надо все вернуть. Это ты смешно придумал, Ник. Какая гадость. Волосы и брови на месте. Ура. Ой, ученики, вы уже здесь? А я тут ваш приз примерила. На этот раз у вас будет корона. Выглядит невероятно красиво. Я бы выиграл эту корону только для Стеллы, ведь она моя принцесса. Пусть будет самой красивой. Не строй ему глазки, он мой. Что надо делать, чтобы выиграть корону? Рисовать вы будете наборами косметики, надеясь, что все справятся. Давайте же начнем, время уже пошло. Я обожаю косметику. Это будет самая легкая победа из всех. Я каждый день делаю себе макияж, поэтому нарисовать рисунок на бумаге косметикой будет проще простого. Надо только использовать красивые блестящие тени. О, мне идет. Рисовать косметикой? Я ее в первый раз в руках держу. Ого, карандаш для глаз. С его помощью у меня точно получится классный рисунок. Нужно только нарисовать саму корону. Вот так. О, у меня тоже есть такой карандаш. Попробую я им нарисовать корону. Ой, это так просто. Рисовать косметикой очень просто. Вижу, что Стелле точно нравится мой рисунок. Это уже хорошо. А чем занята Элли? Какой красивый макияж я себе сделала. Что? Вы уже рисуете короны? Ну все, пришла моя очередь побеждать. Нужно отвлечь этих юных художников. Ник, посмотри на меня. Ник. Ой, что-то в носу щекочет. Апчхи! О нет, я испортил рисунок Стеллы. Не переживай, я все исправлю, секунду. Нет, ничего не трогай, ты все только портишь. Как же все исправить? Точно, Стелла, я готов тебе отдать свой рисунок. Ты должна победить. Ой, любовь, любовь. Мне пора рисовать корону. Я могу сделать оригами. Думаю, из бумаги получится классная бумажная корона. Пока это не очень напоминает корону, но я буду стараться дальше. Пришло время раскрасить рисунок. У меня есть фиолетовая помада. С ее помощью я сделаю это быстро и красиво. Вау, здорово получается. Но я могла бы сделать лучше. Я хочу сделать корону с помощью этих двух помад. Должно получиться нереально красиво. Я сделаю это быстрее, если буду рисовать сразу двумя руками. Осталось только закрасить все детали, и все будет готово. Добавим последние штрихи. Раскрашу все камушки. Так, что же еще? Точно! Еще добавлю блесток. Корона должна сиять. Зеленые блесточки, делайте свое дело. Красота. И не надейтесь, что обыграете меня. Ого, время подходит к концу. Класс, показывайте работы. С кого начнем? Стелла, у тебя получилась какая-то размазанная корона. Мне не нравится. Что у Ника? Это слабо похоже на корону. Да и я просила рисунок. Что же сделала Элли? О, это очень красиво. Элли, ты нарисовала невероятно красивую корону. Справилась на пятерку. Ты точно ее достойна.
Это так неожиданно! О, а вот и мой принц с букетом, как мило! О, боже мой, какой страшный! Куда же ты, любовь моя? Мне нужна только эта принцесса. Для тебя есть бумажная корона. Она все равно самая красивая, спасибо, Ник. Это тоже для тебя. Ты достойна этого шикарного букета. Отстань, чудище! Где же последний приз? Странно, куда я его дела? Совсем забыла. Сейчас вспомню, подождите. Точно, у меня под беретом. Положила и забыла. Это бриллиантовое кольцо. Знаете правила? Кто нарисует лучше всех, тот и выиграет. Ник, хватит тебе летать в облаках. Жду самые красивые рисунки. Этого шикарного, потрясающего, невероятного кольца. Упс, время пошло. На этот раз у нас магнитные доски. С этим я точно справлюсь. Я все детство рисовала на такой доске. Считайте, кольцо у меня уже в кармане. Мне тоже надо начать рисовать, чтобы справиться быстрее, Элли. Мой рисунок точно получится красивее. Что Элли успела сделать? Ого! Какой красивый рисунок! Я тоже хочу такой нарисовать. А у меня точно так не получится. Кольцо я не выиграю. Это мы еще посмотрим. Элли, посмотри туда. Отлично, был рисунок и нет рисунка. Попробуй нарисовать заново, но обычным карандашом. Эй, что произошло? Где мой идеальный рисунок? Надо все вернуть. Почему не рисует? Это настоящий карандаш. Ник, это ты все устроил. Я ничего не делал. Рисую свой рисунок. Ну ладно, я от твоего рисунка тоже избавлюсь. Как тебе такое? Ты стерла мой рисунок! Я должен был выиграть! И как мне теперь снять этот магнит отсюда? У меня не получается! Он слишком плотно пристал к доске! Элли, ты все испортила! Надо что-то придумать! Точно! Стелла, дай одолжу! Мне очень надо нарисовать лучше Элли! И не надейся! Ребята, время подошло к концу, показывайте работы! Упс, у Стеллы ничего нет? Какой кошмар! Ладно, что успела нарисовать Элли? Интересно. А что у Ника? Вау, красиво! Вы оба нарисовали очень красивые кольца. Здесь победителя выберет только считалочка. Побеждает Ник! У тебя самый красивый рисунок. Ты точно достоин этого приза. Забирай. Спасибо. Стелла, я принес это кольцо тебе. Ты моя принцесса. Я хочу подарить тебе это бриллиантовое кольцо, чтобы ты всегда знала, что я люблю только тебя. Как это мило. Мне очень приятно, Ник. Это кольцо мне так подходит. Почему кольцо не досталось мне?